На старт гоночной трассы Сочи-автодрома, где болиды Формулы-1 развивают скорость более 300 км в час, сегодня вышли представители не самой быстрой дисциплины легкой атлетики. В Сочи стартовал командный чемпионат России по спортивной ходьбе. Открыла программу гонка на 35 километров. Побороться за медали на непростой дистанции вышли 16 мужчин и 10 женщин. Нам очень повезло, что сегодня солнечная теплая погода, это что немаловажно для участников спортивной ходьбы, потому что дистанция не классическая, она в связи с зимними условиями вместо 50 километров проводится 35 километров. В первой половине гонки среди мужчин наметилась группа лидеров из нескольких ходоков. Ситуация стала меняться после отметки в 25 километров. В лидеры вырвался Дементий Чупарев. Он и выиграл золото чемпионата с результатом 2 часа 27 минут и 26 секунд. В прошлом году он тоже стал лучшим на этой дистанции. Во-первых, это мой личный результат. Я так еще не ходил пока. Но у нас, как по указанию тренера, было идти 25 километров по 4.15, а последние десятки, как всегда, стараться выложиться на максимум. Так в основном получилось. А вот за серебро развернулась яркая борьба. В середине гонки Кирилл Фролов лидером уступал более 1,5 минуты и шел третьим. За 10 километров до финиша он начал отыгрывать время. В итоге пришел вторым со временем 2:27:41, обогнав Сергея Шарыпова более чем на 0,5 минуты. Конечно, можно было и за золото побороться, но, видите, это мой первый старт на 35 километров, поэтому не хватило опыта, можно так сказать. Ну, в принципе, доволен вторым местом. Надо было пораньше начинать, хотя бы на пару километров пораньше, и, возможно, бы и зацепился за первое место. А среди женщин не было равных Вере Васильевой. Она пришла к финишу с большим заделом – порядка 5 минут. 35 километров она преодолела за 2 часа 43 минуты. Второй пришла Маргарита Никифорова, третий – Анастасия Калашникова. Ну, обошла на круг с лишним. Ну, первый раз я эту дистанцию шла как-то... Непонятно еще, как идти, что делать, после какого прибавлять. У меня был долгий перерыв после еще рождения дочки. Так что я новичок на этой дистанции. В итоге финишировали все 26 участников, которые вышли на дистанцию 35 километров. Судьи по стилю не выявили у ходоков серьезных нарушений. Дисквалификации не было. Также сегодня в рамках чемпионата медали разыграли юниоры и юниорки в гонке на 10 и 20 километров. Завтра турнир с автодрома переместится на центральный стадион. Там пройдут межрегиональные и всероссийские соревнования среди юношей и девушек на 3, 5 и 10 километров. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.